Так, ребят, всем привет, с вами Мистер Кровь, еще раз. Это перезапуск, нужно, блядь, я здесь поезд поставил случайно ограничить. Это пиздец. И всем привет, с вами Брест Плей. И пошел ты на. И гоу. Давай по новой Мишу всю хуйню. Так, может вы готовы нажмете? Да я уже нажал. Кстати, спасибо за настройки все-таки. Еще Fortnite на другом стол. Все настройки выйти, если хотите, реально такой офигенно. А, кстати, а вы знали, что Арена не работает, если честно? Работает. Ну, почему не работает? Работает она. Загрузка материала 100%. Она забакнулась. Видимо. Бля, скинь меня красиво еще. Ты забагнулся. Гобли в чисто золото сыграем, ёпта, это заебал. О, го. Го в чисто золото, блядь. Это блядь. Мини-арена, долбоёб, это мини-арена. Что нахуй? Арена. Это мини-арена, только с золотом. Я тебя не спрашиваю. Да мне что такое, я тебя сюда не звал. А, знаешь, когда ел ещё переспал, блядь, я в старом виде, блядь. Такую хуйню не сделаю. Кстати... А сколько, вообще с какого сезона ты смотришь Ялучу? С 12. Или не? С 12. Че? Я с 12 сезона смотрю. Эман либо вышел, либо перезаходит. Да Эман его, короче, засал. Пошли в парк. Засал. Может, он с Fortnite завис? Загрузка материала 100%. Какого фига? Так, вот и все передержали. Типа, у тебя же много V-баксов было. Да, да хуя, но все пидоры меня все украли, я обиделся вообще. Ты всем, ну это что, всем раздал? Да. Ну вот один с ним купил. Там ни одного достаточно. Ну ты ебабо, ну ладно. Ну ты ебабо. Ладно, хотя бы мне эмоцию подарил. Да, сербил. Под которой я могу разочароваться, как-то кому-то подарил скин. Ну типа у колесо. Я чисто сейчас своим тренируюсь. Я этот чел уже давно убил, чисто он труп просто. Живой труп, нахуй. Ходячий труп. Ходячая сучка. Мне Барт V-бакс, сука, должен. Сука, Барт. Go back, I want to be monkey. Вот видео доказательство, мне Барт V-бакс тоже. И это... Извини. Я пробил, зажал. Сразу смеялся. Ладно, упаду где-нибудь. Где можно откинуться очень быстро. Вообще похуй. Да вообще похуй куда. Блять, всякие там арены ваши, блять, они нам не нужны. А мне вот подписки нужны, блять. У меня, блять, у меня, знаешь, он просто, блять, стоит, нахуй. Подписки стоит. Стоит? Да. Ты чё, подрочу? Нет. И, наверное, я, знаешь, я, наверное, другую версию установлю, OBS или что-то такое, типа. Потому что, ну, ты понял меня, короче, всё. Пизда-то всё. Лагает, понял. Нет, у меня... Не захват... Ты воец, сучка. Захват, захват пидорас. О, у меня скар. А с хуёй, блядь, у меня мышка сейчас не дает. Как ты сдох? Да, блядь, я по челу ровно попадал. Одноклассник. Так, всё, продолжай видос. Я не буду больше звучать, это хуёво. Блядь, а чё так лагует? Чисто одного чела забивает. Ладно, я не он по мне попасть не может. Я заебал уже. Блядь, ломать! Ломай все, маэстро, давай ломать все, мы твои майнкрафтеры.
истинные майнкрафтеры, и я стримитель больше не буду, походу, блин. Забросим, что ли? Боб-строитель все построит. Куда полетим? Куда Иман съебался? Куда Иман съебался? Куда Иман съебался? Может, открыть дверь? Go back, I want to be monkey. Типа... А ты играл, наверное, на телефоне в Fortnite? На телефоне? Блин, я хотел бы попробовать, но... Иди нахуй. Мне же, мне же ипохон. Ну там АИМ есть и автотак. Помянь, у меня айфон. У тебя айфон? Тебе параш. Чё? Кого? Не, ну они скоро помирятся. Так. Кого? Они скоро помирятся, кстати, знал об этом. Кто, кто, кто? Apple и... Что, кто? И Epic. Акуна ботов, ну, посмотрим, здесь же боты. Они в 2K21 помирятся. В 21-м? Скорее всего. Третья часть это, вот эта хуйня выйдет. А как его? Блять, Куплинов, пересмотри немножко. Ну как его, блять? Когда он... Ты смотришь Куплинова? Где? А ты Куплинова смотришь? Да, я сейчас редко стал смотреть. Я его досмотрел. Кто где? Хляй, то что я застрял из-за тебя, тварин. Топ момент, блин. Короче, типа рассказываем им, что пока бояре жалуются, что игры стали дороже. Тем временем консоли. Тем временем игроки консоли. Ебать. Это что, какая-то дворянская шутка, для которой я слишком богат? Вот это чё уже труп? Вот это. Я на 11 ноября, помню, в прошлом году снимал брос. В этот раз Fortnite будет. Когда я перешел на Fortnite. А, кстати, папку дали, бля. Похуй. Я с телефона папку дарю. Ну, потому что, блин, я понял, что я тебе могу пока донатить. Они съебанного телефона, блядь. Там, блядь, весит обнова 4 ГБ. Погнали опять туда? Да-да-да, ты умный. Молодец. Чё тебе метка, блядь, попадает? Поставил и пропало. Чё мне FPS так присел? Под 70. Бля, я хочу пока себе прошу. Сука, ноут игровой, блядь, чтобы рубиться в Fortnite, блядь. Я тебе советую вместо ноута, допустим, Switch прикупить или PS. Иди нахуй. А, ну хотя это хорошее решение, потому что... Хотя пока универсален, так как туда можно подключить. Подожди, для Fortnite 60 000 это будет вообще какое-то говно, вообще слабо просто. Понимаешь, сколько нам потом на Fortnite тратили? Пиздец, блин. Хотя не, они сейчас решают, типа, проблему уже, FPS будет. Я вот зашел, и, блядь, у меня, блядь, Fortnite был вообще плавный. Я вот бешеный был, блядь, у меня плавный. У меня, блядь, Fortnite, там, блядь, Minecraft, блядь, а не Fortnite. Запьем баночку, хуяночку. Подождёшь, когда эти пиво принесут. А где эти боты? Где же они делали? Алла-ла-ла-ла, вот это орут. Они уж... А, сейчас. Пошли за мной. Они ушли, да. Давай их защитим. Может, их здесь нету? Не, они тут. Я в ВД смотрю. Бля, мне будут ходить. Ладно. Не, их здесь нет. Они типа здесь ходили, но их здесь нет. В этом режиме вообще ботов нету. Ааа, совсем нет ботов, охуе. Так ну, вот оно что. Даже удочек нету, да вы рофлите. Чего нет? Удочек нет. Я обыскиваю, да, под этим ничего. Они же серой редкостью. Вот если были бы золотой редкостью, были а бы... А есть же голубой, это легендарный. Ящик не будешь открывать, не?
Да почему, сука, один на ум, блядь, падает мне? Ладно, давай баночку запить. Вкусно. Не зря я бежал на самый верх. Я, наверное, знаешь, в пятницу буду. Потому что я нашел тактик золотой. Я, наверное, в пятницу буду стримить. Чего? А, в пятницу. Бля, как думаешь, нас закроют на карантин? Я хочу. Сейчас. После карантина. А сегодня, сегодня четверг? Да? Нет, пятница. Бля, иди нахуй, дай сам так тебе. Оу, ей. Так, давай. Сука, хоть скоро ты. Кстати. Кстати, а ты это... Ты на какой стороне на нетрачивай, блин? Чего? Чего ты сказал, не понял? Говорю, ты на какой стороне на нетрачивай? Ты вообще знаешь, что вообще что такое нетрачивай? Нет. Серьезно? Точно не знаешь? Нет, в душе не ебу. Или ты рофлишь? Нет, в душе не ебу. Короче, это такая хрень, что... ну, не знаю, откуда челлендж пошел, но... Челлендж, что... В... Это, вот, понимаешь, целый месяц. Все, заткнись, все, заткнись. Прикол, я вовремя на паузу, блядь, поставил. Я просто залагал, я на паузу поставил. Что? Я чисто просто паров, я вот специально поставил мне, потому что лагает. И ты еще такую тему начал, блядь, вести, и поэтому по таймингу. Серьезно, ты стрим? Нет, блядь, не стрим. Ты предупредил. Не-не, видео. Я по таймингу его остановил. А, прости, ты предупредил. Ну я по таймингу. Чё? Сынок, а ну-ка скажи, что сука! Ты там хотел? Сука! Какой ух, иди нахуй. Блядь, выруби, мне 18 плюсом поставили за твою рекламу. Мама! Сынок, а ну-ка скажи, как мне тут заказать на этом Алиэкспрессе? Я не знаю, как тут боль... О, май. На косыре. Чё? Я его заглушу, потом... Да стой на месте, короче. Стой на месте, а. Я богатая, так что иди пощели нахуй, тебя не будет. Раз. Два. Пидорасом будешь ты. А у меня чё есть? Оу, май. Ебать. Оу, май. Я забыл таймер открыть. Чтобы не видели. Всё было по чесноку. Нам съебался, да? Или он говорит что-то? Или там у него радио FM идет? Радио FM. Бля, как я хочу обычный ног. Сука, мне никто не донатит. Маэстро, задонатишь мне на стрим? Маэстро. У меня... Чё, у меня деньги? У меня и так денег нет, поэтому иди нахуй. Поддерживаю. Чё, нашёл кого-то? Сучку. А если снайпом? Айман что-нибудь говорит? Или у него там продолжается радио и ФМ? Слышь, маэстро. Айман, ты будешь с ним говорить? Да он наливайте. Маэстро, он говорит? Блядь, заебал уже, скажи мне. Чё? Я вас заглушу, у него там радио и ФМ. Наливайте, пожалуйста. Да у него ничего не идет, а успокойся. А то я слышу, он говорит такой, ну ливните, пожалуйста. Ладно, я расскажу. Да, блядь, ливните.
Пожалуйста. Зачем? Хорошо. Опа. Пожалуйста. Подожди, там чё присел, всё пизда. Там кто-то за бары стреляет. Это твой брат, это твой клон, подожди, пизда ему. А, типа тоже Росомахи? Там нас сбоку, нас сбоку пушит, просто... Я какого-то ног научил на лодке. Красавчик. Блядь! Ай! Ай, меня снайпнули. В полете. А с хуя я не попал? Вот именно что в полете. Да сука! Вы чё нахуй думаете, мне, блядь, я слабый? Помоги, ПЖ. У меня ещё снайп нет. Ай! Блядь. Я позабыл. Они не работают. Они идут сюда. Да что? Как? Аккуратно, аккуратно. Сучка, ну конечно. Сучка, блядь. Пиздец, блядь, как спамил, блядь. С гранатометом шлюха. Блядь, пизда. Все, заткнитесь, давай мне, я продолжу видео. Последний кадр. Последний. Ты что, не будешь там оказаться сидеть? В том смысле видео и все, долбоёб. Че? Долбоёб? Нет. Ну, пизда. Ладно, я всем спасибо за просмотр. И всем пока.